Как делишки, ребятишки, с вами снова я, Дивсанджик, и Игорь, и сегодня мы будем продолжать нашу рубрику «Не смейся челлендж в Майнкрафте». И да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за ваши лайки, только благодаря вашим лайкам выходит эта серия. Да, ребята, всем привет, и надеюсь, в этот раз вы поставите еще больше лайков для того, чтобы серия вышла еще быстрее и еще смешнее. Приятного просмотра! Чё не первый? Чё не первый? Чё не первый? Второй, 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 да? Давай, давай, иди! Иди! Хорошо, ха-ха-ха. Ну что, ребята, вы готовы? Мы готовы, да, Игорь? Готовы, все готово. Давай, начинаем. Мы не смеемся, не смеемся. Серьезные пацаны вообще, серьезные. Бей его! Бей его! Бей его! Бей его! Бей его! Его бей! Бей его! Кого бить? Кого бить? Кого бить? Кого? Бей! Не будем мы никого бить! Нет! Никого не будем бить! Никого не будем бить! Бей его! Бей его! Бей его! Ах ты ж собака! А что меня теперь показывать, а? А ну все, все, все. Так, давай, давай, Игорь. Так, теперь я готов. Конечно. Что, готовы? Вот серьезно, готовы, да, к этой сценке? Чего, чего? Мы готовы? Тогда нет. У меня чуть не работает или тишина просто? Если бы ты еще не пропадал, было бы вообще зашибись. Что происходит? Демон! У меня вопрос просто, что это было? Вопрос. Демон! Что происходит? Я не знаю. Мне кажется, нужно бей его, бей его, я не Демон! Ладно, хорошо. Давай, давай. Было смешно, да? Конечно, было, конечно, было. И в честь вообще такое, конечно, вообще. Что разговаривали, я не понимаю, что. Да, я сам не знаю, типа, что. Ой, пацаны, выпьем за любовь, вы разве нормы? Какой повар, пацаны, давайте бухать. Выпьем за любовь. Где твоя пианино? Пианино, тут рядом. Так это нету, нету пианино, нету. Сейчас понимаю. Вот эта рубашка до пуза расстегнута, знаешь, что. Какой пуз? А, у она расстегнута, действительно. Да ничего не расстегнут! Господа, я пошел, я пошел. Давай, давай. Ну что, вы готовы? Мы готовы. Ну, пить за любовь. Давай, давай, Что это такое? Тебе хуй так мало, а? Ты выебался, пи***й дал! Ты выебался, пи***й дал! Ты на бельнёк сел, должен был косарь отдать! Ты хуй так мало, а? Ты выебался, пи***й дал, правильно? Ты хуй так мало, а? Хуй так мало! Пип-п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 ип-
пенёк сел, косарь отдал, понял? Пожалуй, перейдёт. Ой, господи. Мне кажется, ты втираешь какую-то дичь. Что это такое вообще? Что это? А это что такое? Это твое китайское дерьмо. Подожди, подожди. Блядь, этим огород. Вася! Вася, брат! Вася! Это ты! Я тебя со второй мировой не видел! Вася! Дай мне свою дичь! Держи ее, брат! Держи дичь. А что здесь происходит? Такое ничего не понимаю. Что здесь происходит? Очень ничего не понимаю. Ой, не смотри, как он происходит. Обкакался, обкакался. Держи, я втираю тебе дичь. Так как я понимаю, мой Эдисон уже второй скин за это? Да. Ой-ой-ой-ой, Эдисон. Ай, а чё мне показывать? Игорь, смотри. Ничего я не показывал. Показывал, точно показывал. Ничего я не показываю, что не попробую. Открывайте рвовашер тяк, и с вами Мишка Кавасаки. Рари, да-ра-да! Или...
если так не работает, если так не работает, то так будет. Шлёпа! Шлёпа! Это безотказно. Так точно работает. 100% вариант. Не надо! Успокойтесь! Остановитесь! Меня зовут Виталя, и я реальный кекс. Я любую чику разведу на с**. Когда я захожу в клуб, все в шоке. Парень, ты меня не знаешь? Делай ноги. Улицы меня кидали. Ну пускай. Хочешь быть таким, как я? Выживай. Виталя. Виталя. Я похлопаю даже, я похлопаю. Ой. Так, ладно, проваливай за ширму, я переодеваться пошел. Да, Виталя. Так, всем привет, с вами Ботаник. Сегодня мы будем делать кормушки. Также мы сегодня будем делать бургер. Подождите, сейчас мы сначала должны добыть мясо на наш бургер. Дальше. Значит, мясо есть, мясо кидаем сюда. Дальше мы должны быстро добавить немножечко булочек. Дальше, что мы должны добавить? Что? Добавим немножечко соуса. И, конечно же, еще своего соуса. Я все ждал этого. Приправа. Так, а теперь это нужно попробовать. Попробуй. Да, я кормушек много наделал. Ну, конечно, бургер был вкусный, лучше, чем в Black Star. Это да. Ты что, не сотрудишь или мне идти? Я иду. У меня ножки такие маленькие, давай такой, там вперед. Да. Слушай, на пенек все должен был косарь дать, понял? Тут проблемка такая, готовы? Проблемка тут такая, смотрите. Смотрите. Тут у меня большая проблемка, щиглы. Короче, у меня тут тоже сегодня мы будем своими руками готовить суп. Самое главное, бабахаем сюда суп. Мне одному интересно, или это реально, типа, еще один скин. Тихо! Щелы, готовим суп потом, самое главное солим, но самое главное в супе, это его заперчить. Его надо заперчить, но перец должен быть уникальный перец должен быть. Вот заперчили мы, и вот жрать можно. А теперь уже добавим. Вот именно, суки, украли все мои скины, суки, все украли, щелы проклятые. Да, с вами не дружу больше. Я просто даже больше смеюсь того абсурда, что все скины Эдисона показали мы. Дичь какая-то, честно. Да, не переживайте, главное, не переживайте. Давай, да, мы не переживаем. Что происходит? Зачем вы прославляете дьявола? Это его музыка! Мне хочется плакать. Ты не плачь. Я в шоке, понимаете? Мне хочется плакать. Ты... Зачем вы прославляете дьявола? Мне даже не нужен пистолет, чтобы убить. Пойдем со мной. Пойдем, не надо прославлять эту музыку. Мне хочется плакать. Ты не плачь, бабулька, ты не плачь. Да, все понятно. Я понял, где лопата? Смысл? Не коляй! Кто здесь снизил лопату? Так, тупорыла дубина, а ну-ка отвечай. Кто забрал провод под моего шнура от компьютера моего? Компьютер мой не работает, я там не сохранный и вся. Не коляй! Я тут делал работу, какого хрена ты все испортила? Ну так? Николай! Кто ответственный за лопату? Никто! Я ее поклав на кучу. Поклав, и я не чипав ее. Николай! Тупорила дубина. Ты не чипай. Что хрен тут мешаешь? Игорь, ничто ты не самый быстрый. Понимаешь? А я...
Давай, да! Крутим, 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 крутим! Да крутите! Нахуй я крутил твои спиннеры, да? Мне хочется плакать. Мне хочется плакать. Дима! Дима! Бей его, бей его, бей! Чё? Порядок в роте. Бей его! Ща! Пацаны, давайте мы лучше за любовь выпьем. Я спиннер наш помните, ща! Бей его, бей его, вот этого ща! Никого не надо бить, не надо бить! Игорь, бей его! Не надо никого бить, нужно ставить лайки, нужно да. Ставить лайки! Лайки, лайки, лайки на все три видоса, давай наберем как можно больше лайков, и сразу же выйдет новая серия, не смейся, челлендж, вы же это хотите, да? Да, и нужно еще подписываться на наши каналы, на все три канала, и также наши три инстаграма, которые есть да. В описании. В описании там все есть, ну всем пока, пока! Ща! Выпьем за любовь!